Два мужика сидят в квартире, бухают. Вдруг закончилась водка, да и денег нет. Хозяин квартиры говорит: да пойду сейчас в соседнюю спальню и напечатаю. Уходит, а за ним этот друг идет, смотрит, и правда станок стоит. Напечатали денег, набухались. На следующий день хозяина квартиры вызывает ФСБ и говорит: что, деньги печатаешь? Мужик: да не печатаю я, их заранее положил. А станок расхлаживает их. Слушай, а зачем это тебе? А мужик отвечает: да чтобы знать, с кем пить. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.